21 августа в Донской государственной публичной библиотеке прошла 22-я отчетная выставка Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России». На правах искусствоведа и директора теперьного зала «Авангарда» хочу сказать о том, что приходящий вчерашний выставком очень был сложный, потому что у нас почти 70 участников, да, более 70 участников выставки, хотя в Союзе у нас около 300 человек, но в выставкоме вчера участвовало 70 человек. Значит, все направления искусства, которые существуют в нашей организации, все представлены, и на всех трех этажах экспозиции мы это все можем увидеть. Нельзя не быть счастливым, когда столь потрясающий городской, она областная, но мы все равно воспринимаем как главный городской дом Ростова-на-Дону. И здесь вот такая замечательная выставка, и не первый раз. Я хочу низко поклониться всем художникам за то, что они согласны отдавать свое сердце, свою душу, которая обязательно отражается в их картинах, на обозрение нам и радует наши души.